Подъезжаем к вантовому. Впереди камера на разметку. Подъезжаем к вантовому мосту. Это Бермудский треугольник петербургских дорог. Я считаю, здесь пробки и туда, и сюда вечные, не проходящие никогда, независимо ни от каких условий. Они практически всегда есть. С чем они связаны, даже второй раз вообще непонятно, но они всегда присутствуют. Вон уже вдалеке виднеется мост, красивые тросовые растяжки. Большой Обуховский, или мы называем его Вантовый. Хотя некоторые деятели даже Санкт-Петербурга говорят квантовый. Ну, может, язык у них работает маленько по-другому. Не будем вдаваться в подробности. Поворот в Рыбацкое. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Очень красивое место. Мне очень нравится здесь изгиб реки и сама река с дачами, с высотками. Все здесь очень здорово смотрится. Очень красиво, очень здорово. Хотя все довольно-таки современно.